Телефонный звонок с необычным предложением поступил Анатолию Коровину. Его пригласили в офис на привокзальной площади, причем прямо возле здания Одинцовского суда. Целью стала помощь в том, чтобы избежать мобилизации. Я сам прапорщик запаса, то есть у меня категория А. Мне, ну, правда, мне 49 лет уже, да. Он предложил поменять категорию, чтобы меня не мобилизовали. Вот. Все это удовольствие стоит 109 тысяч рублей. Жертва оказалась подкованным юристом. Анатолий пообщался с представителем сомнительной фирмы. Кроме странной услуги, ему также предложили подписать договор с обязательством установить приложение, в котором фигурирует сайт госуслуги. Это создает опасность, если там в их приложении есть программное обеспечение какое-то мошенническое, то есть, допустим, вирусное, то я могу потерять свои персональные данные, и на основании которых они могут зайти в личный кабинет, в банке, на госуслугах. Никаких реальных действий для получения справок организация не оказывает. Причем по их документам медицинские услуги совершает фирма, зарегистрированная в Омске. На закономерные вопросы правоохранительных органов о деятельности компании никаких внятных объяснений сотрудник не дал. Все просто. То есть оказываем консультационные медицинские услуги. Поподробнее, скажите, вот призывник вам пришел, да? Пришел призывник, призывника мы, соответственно, отправляем в больницу, ищем заболевание. Ищете заболевание? Да. И находите? Ну, по-разному. В присутствии понятых документацию и компьютер из офиса конфисковали для проведения расследования. А пока полиция призывает граждан быть более внимательными и не попадаться на новые мошеннические предложения. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».